2011 год 339-2 2015 411-1. К какой субкультуре относишься? Отношусь к анархистскому движению. С какого года? 2003-го. Какие у вас цели и задачи? Цель и задача — свержения государства, борьба с системой. И каких каналов администратором являешься? Mikalai Dziadok, промень. Что этих каналов, какого рода контент, к чему призывается? Контент призывает к свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами. В том, что я сделал, я раскаиваюсь, больше так делать не буду, и всех призываю такого не делать. Люблю свою страну. Судя по той видеозаписи, где Дедок под государственным флагом признается в любви своей стране, можно сделать вывод, что принципы этого человека не такие уж и непоколебимые. В том, что я сделал, я раскаиваюсь, больше так делать не буду, и всех призываю такого не делать. Люблю свою страну.